Ну давайте несколько слов. Гутен. Ну быстро любое слово. Ну, я не скажу. Здравствуйте. Допустим, брод, хлеб. Хлеб, ну, шуле, школа, дальше. Шуле. Фрагом говорить. Фрагом сказать. Фрагом, шпрехен. Фрагом это спрашивать, а шпрехен разговаривать. А вот видишь, уже знаешь, еще что-нибудь. Ну скажи еще несколько быстро. Допустим, фусы. Ну, самое простое, что на голову говорил. А? Это стул. А штуль, да? Штуль. А штуль, да? Тыш, стол. Дыш. Тыш. Тыш, стол, да? Да. Так. Тыш, стол. Ага. Так, еще что? Так. Ну, лицо. Как? Баль. Баль. Мяч. Да? Баль, мяч. Да. А лицо? Не знаем? Знаем. Газишт. Газишт? Ага. Газишт. А губы? Мунд. Мунд. О, видишь, интересно. Глаза. Как у них по-немецки? Глаза. Ауген. Ауген, да? Ауген. А, ауген. Ага. Ауге это один глаз. Ауге, да. Нос, назе. Най, как? Назе. Назер? Назе. Назе. Так. Ну что еще? Ну давай про еду что-нибудь. Хлеб. Брод. Брод говорили так. Сыр, там, допустим, кейзе. Кейзе сыр. Это колбаса, это вурст. Вурст? Вурст, правильно. Так. Что еще? Мы знаем, ну, например, ягоды какие-нибудь. Малина. Не знаем? Нет, что-то незнакомая нет. Эта тема. Да, это нет. Ну, тогда по школе, ну, хотя бы тетрадь. Хефт. Хефт, тетрадь. Ручка? Кули. Кули. Кули? А, кули, да? Кули, по-моему. Нет, кули. Кули. А портфель? Шульташи. Вот видите. Ну ладно, мальчики, все, спасибо вам. Да. Всего хорошего. Да. До свидания. Сочи, спасибо. С вами была Валентина Журавлева. Так мы прошли несколько немецких слов около школы Питер Шуле. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, заходите на мой канал. А я вам буду рассказывать еще новые всякие новости. Спасибо за внимание.